Всем привет! Продолжаем играть в разнообразные варианты, так сказать. Формы игры Арена Командера. Что нам предлагает Star Citizen на сегодняшний день. И заодно ставить какие-то рекорды. Так. Что у нас здесь есть? Free Fly не пойдет. Squadron Battle. Так. Там не должно быть. Так, Squadron Battle. И у меня ранка не должно быть. Да, не найти. Не знаю, конечно, я даже не припоминаю, что здесь делать. Вроде надо летать и с точки А в точку Б что-то переносить, какой-то флаг, и мне вроде кажется. А может, я ошибаюсь, конечно. Сейчас видно будет, но в любом случае вроде воевать надо. За убийство дают очки. Так. Ой, надо подождать. О, пинг упал. Нормально стало. Или нет, или просто здесь перестрелка между друг другом. Наверное, скорее просто война. Хватило внезапно. Так, 4 человека. Я еще на скорости куда-то лечу. Так, мы вдвоем против троих. О, трое на трое. Ой, у меня управление. Ё-моё, я такой дурак. В общем, не долетел я. Надо было управление поменять, так что первая смерть никуда.
Ну так, приступим. Первое попадание. Здесь, наверное, повеселее будет все-таки. Это не вандулы, а прям, прям соперники. О, ракетный сгул прошел. Вообще с ничего убивает. Здесь, конечно, эго свое поупадет немножко после последних 19 волн, 18. Ну стреляй. Как ты меня бесишь? О, я кого-то убил. Ура! Ну, здесь надо какой-то только ракетный. Нормально. И он меня еще убил. Вот зверюга. Так. Я даже никого, на кого прицелиться-то не могу. О, есть.
это что за про... А, нет, нет. Вылетаем. Буст у меня нету. Гасят сильно. Но здесь, мне кажется, наверняка ракетами пользуются очень большинство. Практически без вариантов. Нормально, свой себя убил. Мало чего понятно. Вижу ракеты. Иду на них.
40 тысяч жгут на 15 убийств. У меня все правильно. Что-то подумал. Пробую снова. Здесь сложнее, да, определенно. Летаешь, вообще непонятно, что делать. Со всех сторон кто-то убивает, без конца вообще непонятно как. Наверное, набирает ракет. Не просто стреляет, и просто убивает, как бы. Пинг плюс, он пинг. Так, кого я хапну? Нормальный, блин. Дурачок. Так, на меня ракета. Супер Хорнет. Хапнул. Все гасит. О, кого-то убрал. Хорнете. О, ракету вижу. Так,
Какой типа умный, да? Интересно, кто ж кого? Ой. А, не я убил. Так, ну ракету взял. Только не получил с него никакого приза в виде ракет. Можно подчиниться, попробовать. Одного убил. Что-то цели не вижу. Вот там где-то. Вот гад. Что за М6? А, почему? Я вообще не понимаю. Ну, ну.
Он что, за мной только охотится, что ли? Исключительно. Это дурачок, ну. Полный. Ну. Зависончик. Да ё-моё, это какой-то прикол, блин. Вот с этими ракетами это, конечно, очень сложно. Надо ждать, пока они выпустятся, прямо ждёшь, непонятно что. То они работают, то они не работают. Ну вот сейчас, давай. Кто-нибудь обязательно какую-нибудь дичь выкинет. Сейчас снова охота на меня начнется. О, ракетки. Из некоторых можно... Да ладно. И что это вот? Это у них такая методика, наверное. Типа взорвать, врезаться, разбить. Ну, любыми методами. Догнал. Warning. You are approaching simulation boundary. Ладно, надо как-нибудь.
350-й. Ой, 300-я линейка. Не, конечно, сложновато. 9 убийств. Не, тут непонятно. Вот здесь... Сварми там. Или как он, сварм. Там понятно против. Ты дерешься против вандул или пирата. Вот здесь, вот здесь ракетами хорошо гасить. Пират Сквадрон Батл. Попробую еще разочек. Два убийства против там 10 смертей, это, конечно, тоже не очень хороший результат. Ракета ушла. Фу, и ракета куда-то врезалась. Это Джойс Кан Сан. Это Джойс Казино, что ли, какой-нибудь? Самый, блин, неприятный чувак в интернете. Круглый идиот. Надо же, блин, додуматься, казино всякое рекламировать. Это вообще... Некоторые вещи настолько аморальные, что... жизни их. О, ну давай, давай, промазала, блин, обалдеть. Ракетку мою. Что это, у меня полный этот заряд, что ли?
Понятно. Ну, как бы так, просто, наверное, большое везение. Такой команде оказаться. Я не говорю, что я там отличаюсь чем-то. Ну. Так, один готов. Блин. Один девять, это он 9 раз попытался самоубиться. Кого-то врезаться, корпусом кого-то нагнуть, заслужил одно убийство или как это? Warning. You are approaching simulation boundary. Чухался. Так, на Авроре кто-то летает. Меня убили. 60 против 10 тысяч. А этот лазер на этот, на Хорна ставит, на крышку сверху. Ладно, вот как-то так. Squadron Battle играется. Сложнее намного, чем нежели. Итак, Squadron Battle, рейтинга не было. И теперь, ну, 2000. 10 000. Сто 11 часов наиграл. 17 часов. 17. Да. У меня сколько? У меня 35 минут. То есть есть куда стремиться. И в общем,
14 000, 15 000 игроков. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.